Опять и снова снег выпал, друзья. 28 декабря 2020... Какого декабря? Января, Валера. Января. 28 января 2022 года. Время 6 часов 22 минуты. Температура за бортом минус 2,5 градуса. Еле встал сегодня. Смотрю сериал по Ютубу «Пес». Ну, пересматриваю. Я уже его, наверное, третий раз пересматриваю. Интересно. С самого начала. Короче, до часу ночи, блин, смотрел. Все никак не оторваться. Думаю, еще серию. Они по 45 минут. И в итоге еле-еле встал. Но все равно позавтракал. Умылся, сходил в туалет. Оделся. И вот я в машине. Едем на работу, работать. Что-то навигатор сегодня послал через город. Едем вот по Витебскому проспекту, там, наверное, свернем на Лидовский, на Невский, на Садовую. И так едем на Петроградку. Что-то, значит, на кольце, либо на западно-скоростном диаметре случилось. Ну, сопротивляться не будем. Едем, как сказал навигатор. До работы нам осталось, вот уже Купчино, 36 минут. Едем, хорошие нам дороги. Препятствий для аэропланов скоро не будет вовсе. Московские старости. Газета. Опять с утра поехали на работу. Сегодня коллеги собираются здесь на Зверинской. Сняли помещение опять, где в прошлый раз, если смотрите ролики, не получилось. Заболел преподаватель и перенесли. В итоге вот сегодня опять у них семинар, обучение. И приехали с секретарем, с Екатериной, проверить, все ли в порядке. Ну, посмотреть. Все ли есть кофе, печеньки, флипчарты и тому подобное. Бумажки, ручки. Вот, сейчас выйдет, поедем в офис. А потом поедем, выйдет тоже сотрудник нашей фирмы с коробками. Поедем в Невскую ратушу. Да. Вот такой у меня сегодня обед. Айдаха, купата и булочка с корицей. 225 рублей. Короче, вот покушал, стоял, работы нет. В итоге дали съездить задание в ресторан Royal Beach, отвезти недостающие закрывающие документы в ресторан. С нашей стороны подписано. Отвезем в ресторан. Больше, по-моему, работы нет. Секретарь говорит, отвезешь в ресторан, напиши. Если что-то будет, то вернешься в офис. Если нет, то поедешь домой. Вот такие дела. Все, в ресторане все отдал, написал сейчас секретарю, нужен я, не нужен, и можно ли домой. Отвечает, домой. Пожелал хороших выходных, спасибо. Короче, едем домой. Ура, пятница. Завтра, послезавтра будем отдыхать, высыпаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Степа. Степа?
Сколько двоек получилось, Степа? Ноль. Троек. Что? Троек сколько? Две. Нет, ноль. Так, две или ноль? Ноль. Четверок. Ноль. Пятерок. Ноль. Ясно. Короче, без оценок. Дочь так нашу высадили на карантин. Сказали всем Жене забрать детей. Второй съезд. Вот мы Даню забрал, едем за дочей. Неделю высадят на карантин. Так что так вот. Сейчас проезжал мамуля с папулей, махали зайди, но зайти не могу, надо забрать дочь. Пока. Забрали мою доченьку, не дали доченьке поспать. Разбудили и вывели. Сыночку тоже не дали поспать. В школу заставили идти. А папе тем более не дали поспать. На работу надо было ехать. Едем домой. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Еще не ночь уже. Что? Не ночь. Не ночь еще, да. Сейчас будет ночь. Ну, вечером будет ночь. Сейчас-то день.